Итак, всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такой новогодний подарок. Где я такие нашел, я не скажу, потому что я их заказывал в интернете. По почте мне шли. Я посмотрим, что внутри этого такого подарка есть у нас. Сейчас я открою. Вот так. Вот так, вот так и вот так. Сейчас посмотрим. Так, итак, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас веселый боцман конфетка. Потом у нас супер контик. Такой мой любимый контик. Дальше у нас Трикс. Трикси. Ну, наподобие Твикса что-то. Наподобие Твикса. Потом что у нас тут еще? Вот такая конфетка. Я даже не знаю, что это такое. Белиссим. А, это Белиссим ассорти. Потом вот такая Тимми. Уже Тимми старые маленькие выпускать. Потом у нас вот такая сладкая созвездие, по-моему. Созвучание сладкое. Потому что так фиг написано, блин. Дальше у нас Джек мини. Вот такой мини-джек. Дальше у нас Мишаня с ирисом. Вот такая конфетка. Дальше у нас Моисе. Какая-то конти, какая-то конфета. Я даже не знаю, что это за конфета. Так, я первый раз вижу. Потом у нас Шоколео конфеты. Вот такой Шоколео. Дальше у нас батончик конти. Снова. Княжеские сладости. Не знаю, кто это на портрете изображен. Может, кто-то знает, кто это у нас. Потом у нас снова Трикси. Второй батончик. Два таких батончика. Потом Бум. С арахисом вот такой батончик. Тоже Бум. Мини-батончик. Дальше у нас Живинка. Какая-то конфета, не знаю, что это такое за живинка. Со вкусом яблока. Дальше у нас золотая лилия снова. Уже пробовал не один раз. Дальше у нас, что тут у нас? Крем-йогурт. Вот такая конфетка. Дальше у нас снова такая же повторка идет. Уже показывал ее. Потом снова такой батончик идет. Снова золотая лилия. Еще одна золотая лилия. Таких три у меня же золотой лилии. Потом Тимми. Я не знал, что Тимми уже конфеты выпускает. Я узнал про эти пирожные Тимми. Опять Тимми. Еще одна Тимми. Это сладкое созвездие с кокосом и смородиной. С кокосом и смородиной вот такая. Крем-йогурт еще один. Я просто не помню, сколько он стоит. Я в интернете заказывал. Дивная ночь. Уже была такая в других сладостях. Потом с ананасом какая-то конфетка. Потом мультифрукт, банан, вишня со вкусом. Тоже неизвестно, что это за конфетка. Дальше у нас опять Леушек. Блин, глаз достал уже. Опять Шоколео. Снова конфетка. Еще один Тимми. Дальше у нас снова Тимми. Тут плохо видно, но это медвежонок Тимми. Еще один медвежонок Тимми. Следующий у нас крем-йогурт еще один. Я пробовать повторы не буду, я только буду те пробовать, какие попадаются одно. И еще один Тимми. Вот такие конфеты. Всего грамм весом тут, сейчас скажу, весом
500 граммов. Дата изготовления 15 сентября 22 по 15 мая 23 года. Вот так вот так. Сейчас посчитаем, сколько всего получилось всего конфет. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Десять. 11, это 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Всего в этой коробке, вот в этой коробке ровно 35 конфет. Я сюда буду фантики сбрасывать, потому что мне так удобнее будет. Сейчас будем пробовать. Так, сейчас я вернусь. Итак, начинаем пробовать вот такую конфетку. Называется... Живинка со вкусом арбуза. Еще посмотрим, со вкусом она арбуза или нет. Вот такая конфетка. Там немножко арбуза. Желейка обычная. Живинка конфета со вкусом арбуза. Ну, она так вкусная, но жуется очень плохо, потому что слишком мягкая. Конфета должна быть сразу жеваться, она долго жуется, хоть она и мягкая. Следующий батончик Конти пробуем, вот такой. Шоколад мягкий, а орех тоже крупный, хороший, хрустящий. Дальше пробуем вот такую конфету с кокосом и орехом, и смородиной. Попробуем. Начиночка мягкая, вкусная. Чувствуется смородина. Вот кокосов не чувствуется, чувствуется только смородина у этой конфеты. У этой конфеты Конти я только чувствую смородину. Написано с кокосом, но кокоса я не чувствую. Давайте мини-джека попробуем из этой сладости. Мини-джека сейчас попробуем. Вафельная конфетка, судя по всему. Вот так он выглядит. Сейчас взломаем. Внутри реальная вафля. Также шоколад. Сейчас попробуем. Вкусная. Мягкая. Вафля мягкая. Шоколад очень нежный, тается от во рту. Некоторые бывают такие, что вафля сухая, а там ее трудно, если она сухая, ее трудно есть. Но бывают такие вафли, которые могут положить туда, когда он уже давно засохшая, высохла, засохшая, туда сделали из этого конфеты. Сейчас вернусь. Итак, дальше будем пробовать у нас дивная ночь. Вот такая конфета, дивная ночь. Этот раз хоть упаковки нормальные, а то некоторых бывает запечатают скотчем. Начинка у нас тянется, тоже плюс.
начинка со вкусом как ирис. Она очень нежная. Только прилипает к зубам. Не так нормальная. Давайте попробуем мишка. Мишаня. С ирисом. А с мишаней попробуем. Конечно, не спец в конфетах. Плохо делаем, но все равно. Ну да, вот что и это. Что вот эта конфета, что это? Одна и та же фигня. Ну да, они оба с рисом. Что конти, что вот эта ночная дивная ночь. И вот эта мишаня. Это, походу, одна и та же конфета, потому что вкус у них одинаковый. Так, вон, давай дальше. Дальше вот эта конфета. Сейчас я так не могу сказать, что это за конфета. Потому что как-то... Блин, они что, эти что ли на скотч запечатали, что ли? Неизвестно. О, еще вот такая. Тянучая, блин, с ирисом. Конфета очень вкусная, тянучая, с ирисом, как обычно. Давайте попробуем Трикси с печеньем и мягкой карамелью. Это наподобие Твикса. Попробуем, что это. Блин, пришлось ее разрывать. Да еб... Сейчас. Итак, продолжаем дальше Трикси пробовать. Что это за конфета такая? Так, мягкая, тянучая. Написано... Печенье и мягкой карамелью. Так, печенье я не чувствую, но карамель и риску я чувствую. Походу, они решили обмануть. В этой конфетке мини-трикси написано с печенью и карамелью. Но я печенье никакого не чувствую, я только карамель чувствую. Здесь нас, походу, обманули. Так, давай следующее. У нас придется мне снова ножницы брать. Придется пробовать. Следующее у нас будет вот такая конфета со вкусом, написано с арахисом бум. Попробуем. Правильно там... Надеюсь, хоть эти нас не обманули, а то мини-эти Трикси наподобие сникер, наподобие Твикс обманули нас. О, бля, муха. Эта конфета очень вкусная, мягкая. Еще она напоминает по вкусу Твикс. О, Сникерс. Угу. Эта конфета напоминает по вкусу Сникерс. Так, дальше мы пробуем Золотая Лилия. Моя любимая конфета. Я ее очень обожаю. Я такие конфеты очень много раз ел. Особенно у нее начинка такая нежная, тающая. Сразу раскусишь ее, сразу эта начинка тебе начинает вытекать из нее. Очень хорошая, вкусная. Блин, обожаю эту лилию. Давайте следующую попробую. Крем-йогурт. Вот такая конфета.
Да, начинка вкусная, мягкая, вот такая начинка там внутри, розовая, со вкусом йогурта. Со вкусом персика манго. Кстати говоря, есть такой йогурт? Я еще таких йогуртов не видел с манго. Вот персика увидел, а чтобы с манго был йогурт? Я, может, это пропустил, конечно, но... Надо будет попробовать. Так, следующий у нас. Давайте попробуем. Тимми. Вот такая маленькая конфетка. Вот такой, типа, мармеладик. Тимми со вкусом... Со вкусом апельсина. Тимми и апельсиновая желейка. Вот я не люблю, когда конфета начинает долго жевать. Она очень долго жуется. Ну да, очень чувствуется вкус апельсина. Очень насыщенная. Следующее продолжаем пробовать. Тимми. Вот такая конфетка. Сейчас скажу, с каким вкусом. Со вкусом малина. Вкус малина, желейка малина. Здесь написано, она со вкусом малины. Но и вместо малины как бы сказать, ощущаю вкус это вкус клубники. Тут написано малина, но она по вкусу как клубника. Походу они походу вкусы перепутали. Пишут с малиной, а на самом деле это не малина, это ой, это пишут с малином, но оказывается это не малина, а этот клубника. Но они пишут, что это с малиной, на самом деле это вкус клубник, потому что клубнику и малину могут отличить. Следующую попробуем конфеты. Называется Конти Моисе. Моисе с молоком. Вот такая конфета. Вот такая я уже распечатал, к сожалению. Но вот она есть. Еще одна вот такая конфета. Я пробую со вкусом молока. Не, на молоко не похоже. Это не со вкусом молока, это конфета. Написано вкус молока. Но это не молоко, это что-то совсем другое. Не могу вспомнить, что это за вкус. Я много раз пробовал. Ладно, давайте продолжим вот с этого, вот это дальше. Дальше продолжаем Тимми пробовать. Конфеты. Надо будет батончики попробовать, вот эти пирожные. Изображен здесь сам медвежонок Тимми. Желе мягкая начинка. Вкусная. Напоминает... Я пирожное вспомнил, ел уже. Как напоминает по вкусу пирожное Тимми. Очень насыщенная, вкусная. Ладно, сейчас вернусь. Ой. Итак, продолжаем. Следующий у нас снова Тимми. Теперь вкус яблока. Вот такая конфета со вкусом. Вот она со вкусом яблока. Угу. Чувствуется конфета арбуз, это яблоко. Ой, блин, не проживать никак, слишком мягкая. Но конфета очень вкусная. Следующая у нас конфета княжеские.
изображением какого-то человечка. Может, кто-то знает, кто это изображен на этой картине. Напишите в комментариях. Сейчас попробуем эту конфету. Такие мягкие, жевательные. Так. Вот так выглядит. Вот так внутри начинки нету. Это просто обычный какао-порошок, который изображает начинку. Причем не просто какао-порошок, а это с орехами. Но почему-то там не написано, что это с орехами, но чувствуется, орехи очень чувствуются. Дальше попробуем бум-бол со вкусом банан-вишня. Вот такая. Посмотрим, что это такое за конфета. Блин, опять похоже на леденцы. Банан я чувствую. Но вишни... А нет, вот и вишня появилась вкус. И банан, и вишня. Значит, я думаю, только будет с одним вкусом. Слишком долго жуется на эта конфета, которую мы сейчас пробуем. Следующая у нас конфета снова. Только теперь уже со вкусом... Это фрумба со вкусом ананаса. Фрумба со вкусом ананаса. Да, ананас уже пошел вкус. Ладно, сейчас вернусь. Итак, дальше продолжаем пробовать. Сладкое созвездие со вкусом апельсин в шоколаде. Вот такая конфетка, апельсин в шоколаде. Фу, блин. У меня скоро от этих шоколадов, блин, аллергия будет. Блин, у меня же губа опухла. Походу, слишком много сладкого переел. Да, начинка есть апельсиновая, вот такая, оранжевая. Это апельсин. Устал совсем не так много. Это веселый боцман, вафельные конфеты. Шоко Лео осталось. И супер контик шоколадный. Я же пробовал, надо другой вкус попробовать. Сейчас шоко Лео попробуем. С чем он? С карамелью и с белой начинкой. Это, пишут, не молоко, это птичье молоко, а не просто молоко. Это из птичьего молока не делают все эти конфеты. Ну, боцман очень хороший, мягкий, насыщенный, вкусный. Так же, как и эта конфета, потому что там апельсин есть в шоколаде. Сейчас попробуем боцман. Боцман попробуем. Вафельную эту фигню. Мне так особо понравились, но большинство... Сейчас я сломаю. А вафли-то нежные, вкусные, хрустящие. Это обычные вафли. Покрытым шоколадом. Ну просто в магазин зайти, в любое дело сладости, там будут вафли. Взять эти, купить вафли. Например.
Это вафли со вкусом сгущенки. Да-да, это со вкусом сгущенки. Взять обычные вафли, взять шоколад. Это все вместе смешать, растопить шоколад, потом обмакнуть его и выдать за... И конти выдали обычные... За обычные такие типа боцмана. Вот можно взять, купить обычные вафли. Белые, со вкусом сгущенки. И потом взять шоколад, растопить на водяной бане. И потом, когда растает, обмакнуть их, подсушить. И вот будет точно такая же конфета. Но мне они очень понравились. Но я мог бы сделать их в домашних условиях, тоже можно сделать. Я уже объяснил, как это можно сделать в домашних условиях. Покупаешь обычные вафли в магазине, покупаешь шоколад. Растапливаешь шоколад на водяной бане. И после этого получаются такие вафельные конфеты. Сейчас будем пробовать суперконтик. Я, конечно, его уже много раз пробовал. Я на работе, когда работал, я всегда покупал только этот конти, батончик. Я всегда покупал батончик конти. Жаль. Здесь совсем другой контик. Там у меня было 4 таких маленьких печенюшек. Печенье рассыпчатое, вкусное, хрустящее. Очень хорошее печенье. Я ее всегда покупал и буду покупать. Если я увижу где-то вот такое печенье супер контик, я обязательно буду его покупать, потому что я его так полюбил на работе. Когда я работал, я только и делал, покупал у себя вот такой. Там было всего 4, есть 2, ну, таких, 2, два печенья. Шоколадное печенье, 2, а есть 4. Только это было чуть поменьше, там продавался у нас, где я работал. А теперь она чуть поменьше. Эта фирма называется Conti. Это все вот эти, кто я сейчас пропробовал, вот этот подарок, который был, это было фирмы Conti. Потому что это все написано. Вот, кроме лилии, кроме золотая лилия, кроме вот этих конфет, они не из фирмы Conti. Конти, они не с фирмы Конти, это только вот такие печенья, потом вот такие батончики, потом Левушка, вот такое. Короче говоря, это все было из Конти, кроме золотая лилия, потому что золотую лилию я знаю, она не из Конти, потому что лилия появляется практически во всех конфетах, просто люди закупают их. Кто-то сами изготавливает, а кто-то просто закупает эти конфеты, много лилий, и разбрасывает в разные вот эти, в коробках раскладывает, чтобы люди покупали. Что-то типа, лилия тоже относится к Конти, но это не Конти. Не знаю, потому что лилия, если бы это было бы Конти, тогда бы фирма вот эта Конти бы запретила бы другим производителям класть туда эти конфеты. А если это ложит в других разных новогодних подарках, значит, это не Конти. Потому что я помню, покупал это... Сейчас помню. Делал это... Блин, у нас... Где я работал? Как она называется-то? Блин, ладно, неважно. Вспомню сейчас. Просто я делал недавно обзор на конфеты Rotfront, ну, вот эта фирма, или как она там называется. Вот, и там же в этих конфетах была вот такая же лилия. Просто лилию ложат, эту конфету, по-моему, все ложат в другие к себе в коробки, даже Conti положил. По-моему, я Rotfront делал обзор. Да, вот, там они ложат туда вот эти, когда он делает. Фирмы Rotfront и еще какие-то там, вот они туда и ложат эти... Золотая лилия конфета. Так, если было бы это
Золотая лилия именно с Конти, то Конти бы запрещала бы, подала бы на других суд, то что те ложь конфеты. А так, если это конфеты какой-то другой фирмы, то там могут, да, могут спросить. А так, если бы без спроса, то это уже, считай, уголовная ответственность. Ладно, всем удачи и пока-пока. Мне они не особо понравились. Мне половины здесь понравились, вот эти из фирмы Конти. А что-то нет. Почему нет? Потому что некоторые были, например, желейные конфеты вот эти там разные, они очень долго жевались. Особенно есть такие, как наподобие леденцов делают, такие со вкусом там банана, еще что-то. А это не очень. Так можно об этом. Они потому что много раз делают, по-моему, делали это все, заливали, переливали, потому что эта конфета очень крепкая, так можно и зуб сломать, во-первых. В некоторых конфетах этого нет. Так что надо будет что-то сделать с новыми. Новые обзоры надо делать. Ладно, всем удачи и пока-пока.